Время бежит быстро. Казалось, что совсем недавно мы с вами принимали решение, ну, может быть, не все тогда присутствовали, принимали решение о создании Союза винограда и виноделов, вернее, принимали решение о его реструктуризации. Я думаю, что все мы согласимся, что это время бежало не зря, быстро, но и очень эффективно и качественно. Надо сказать, что, наверное, большинство из нас все-таки может уже точно сказать, что в российском обществе уже есть четкое убеждение, что российское виноделие есть, и что российское вино – это уже хорошо.